Татка, давайте сразу їх. Давайте. Я надеюсь, что в Украине они еще будут. В Харькове, скорее всего. Не ругайтесь, ребята, не ругайтесь. Тихо. Я прошу прощения. Значит, бывает. Еще был одиночный экипаж в Бразилии. Один экипаж тоже был по трагической случайности. Поэтому, ну, сколько сюда доедет, не знаю, по Ломке и прочее, прочее. Автомобили могут доехать 12 тысяч, более 12 тысяч километров.